Всем привет, с вами Кейн, и сегодня у меня в обзоре SnowRunner. Игруху я установил уже давно, даже успел в нее неплохо так поиграть, но в основном все задачки я не выполнял. Я делал только поручения там и в основном открывал, исследовал всю карту. Вышки вот эти открывал, все исследовал. Как я хотел начать снимать, но все-таки так и не начал. И вот это у меня первая серия. В общем, это я уже на Аляске нашел хаммер. Хаммер в болоте. Нашел его чисто случайно по карте. Глянув на карту, я увидел, что там как бы нарисована машина какая-то. Решил съездить туда на скауте. И да, я нашел все-таки этот хаммер. Он там в болоте, его можно вытащить. То есть все очень круто. Я, в общем, очень давно хотел что-то такое крутое, поскольку вот это вот был первый Chevrolet скаут, а вот теперь другой этот скаут у меня. Ну, тот от другого, короче, особо сильно не отличается. Я хотел что-то поприкольнее, какой-то такой крутой джипик. И вот я его нашел. Задача только осталась отбуксировать его и потом завести его в свой гараж. В общем, там я его протюнячу и посмотрю, что за аппарат. Думаю, в дальнейшем дальше продолжать снимать, играть. То есть игра, в принципе, прикольная, но это не гонки и не NFS и не тому подобное. Это... В общем, прикольный такой проходниковый игровой режим, там, где нужно немножечко включать голову, немножечко прокачивать машину, пытаться где-то что-то там как-то проехать, объехать. В общем, довольно-таки прикольно. Мне очень понравилось. Сейчас я вот попробую вытащить его. Потом посмотрю, какие там будут апгрейды на него. Ну, в общем, если я его нашел на Аляске, то все апгрейды, то есть придется искать именно на Аляске. Ну, в общем, и также поднимать уровень, исследовать, то есть новые, открывать на него там колеса и тому подобное. Обвесы. Вот по карте вы можете увидеть, где я именно я его нашел. Это, в общем, недалеко от моей базы, от моего гаража. В общем, достаточно нетрудно, если знаешь, куда ехать, то нетрудно съездить и забрать его. Ну, перед этим я тут просто починил мост, и там два обвала, короче, как сказать, открыл, убрал, в смысле. Открыл дорогу, убрал эти обвалы, и так вот получилось. В общем, тут я на свой скаут поставил колеса с цепью. Вот они мне только вот недавно открыл их, поэтому по снегу очень прикольно едет. Ну, довольно-таки хорошо, то есть проходимость хорошая, ну, видно, что увеличилась. Потому что изначально я на бездорожных колесах был, то есть с большими такими протекторами, как на тракторе. Проходимость по снегу была, ну, никакая. Что-то постоянно где-то там загруз и все. А тут вот, в принципе, гораздо лучше стало. То есть колеса довольно-таки дают хороший прирост к проходимости. Эффект есть. Я исследую, наверное, Аляску, кстати. Вышки пооткрываю, там понахожу улучшения, а потом вернусь, наверное, в Мичиган и буду там проходить уже, как сказать, кампанию, задание, уже как бы чуть-чуть с подготовленной техникой. В общем,
Много какой техники тут просто можно найти, отремонтировать ее, отогнать в гараж, и она будет твоей, то есть ее не обязательно покупать. Но на прокачку этой техники, да, надо будет платить доллары. Поэтому, если вы только начинаете играть, то не рекомендую сразу же там пытаться что-то купить. Просто играйте, как я играл на скауте. Изначально исследуйте, где чего можете там. А потом уже просто найдете, как я, вот, хаммер в болоте. И поедете. Плюс к тому еще, если вы купите тачку, то придется ее еще потратить на то, чтобы прокачать ее. Если у вас есть эти улучшения, то все равно придется потратить на улучшения. Поэтому не советую сразу тратиться на все сразу. Вот так, тут у меня кончилось топливо. Сейчас я перелью свой. Багажник, канистры из багажника, и поеду. Я, кстати, точно не уверен, но если правильно зацепиться, то есть передом зацепить машину, то есть не так, как одна машина едет передом, другая задом, а именно по-нормальному, то мне кажется, что скорость передвижения будет выше, как я понимаю. Но это не точно. Но, по-моему, по моим ощущениям, как бы то это так и оно и есть. То есть лучше, конечно, буксировать какой-то транспорт, там, да, неважно, там, даже если это грузовики, то по-нормальному, то есть передом. Но поскольку его, ну, тяжело будет там, если где-то развернуть или еще что-то, то, конечно же, лучше зацепить его и вытащить до той части местности, где уже будет можно как-то его объехать, то есть перецепить правильно. Ну а изначально, да, просто вытащить так, как получается. Я вот вытащил, проехали мы полкарты задним ходом, ну а потом перецепил, и, в общем, да, эффект есть. Я вот по ощущениям вижу, что стало легче тащить. Так, и вот по заданию мне надо его типа вот сюда вот в эту штучку припарковать, и типа задача будет выполнена. Вот. Опыт, деньги, все дали. Отстреливаем лебедку, и я вот думаю сейчас пересесть, попробовать. Да, вот. Отлично, все, хаммер теперь мой, я так понимаю. Сейчас его в гараж забеганю. Ну все, да, он у меня теперь. Сейчас заберу свой скаут. Нечего его там на улице делать. В гараж. Так, оу, сколько мне движков. Колеса, видите, с цепью. Ну, то есть, довольно-таки ощутимый эффект есть. Так. Сейчас я поснимаю улучшения и попробую поставить их на хаммер. Ну, двигатель тут понятно, что другой, и по мощности. Вот, коробка как раз та, что мне надо. Подвеску я не могу поменять, но колеса. Ух, класс. Вот у меня были, стояли для бездорожья 35-дюймовки. Ну, они, в общем, не особо, а особенно по льду очень вообще плохо держат. Заносит куда-то, несет. Вот такие вот у меня стояли.
С цепями вообще круто, ну. В принципе, я смотрю вот по проходимости, то есть в грязи, там, на бездорожье, то есть хаммерские колеса вообще отлично. То есть прокачать можно тут чуть-чуть. Вот багажничек. Я думаю сразу же купить, поскольку оно мне может пригодиться. И главное шнуркель, поскольку, да, ну хотя бы маленький поставить. Поскольку в грязи я могу где-то там в лужу въехать и все заглохну. Это, в общем, мне очень приятно. Мне вот, кстати, интересно взять эти движки, поставить. Но, к сожалению, они недоступны. Так вот, которые внешний вид чуть-чуть апгрейдим. Ну, в основном мне интересно взять бампера. То есть вот этот вот за 700 крутой. Да, наверное, все-таки надо за 700 все-таки надо взять. Крыша. Угу, понятно. То есть фигня. Ух ты, передний бампер, вообще огонь. Вот это крутой, да. Ну, в принципе, это тоже ничего, возьмем. Диски, дисков нету, ну ладно. Так, а еще покрасить, я думаю. Разные же, правильно, так, цвет, вот. О, красный хаммер, вообще огонь. Да, красный самый лучший. Возьмем это. Ну, в следующей серии я буду уже, наверное, кататься на хаммере. То есть сниму то, как я исследую Аляску на хаммере. Спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.